И всем привет, с вами снова я, Артмен. И в этот раз я опять вернусь, уже вернулся на JD Craft, на стримкрафте. Вот. Ввел реферальный код, фиолетовый световой меч дали. Вот, значит. Подарков мне уже чуть-чуть наподавали. Вот. Так вот. Чтобы начать нормально играть в это в StreamCraft на JD Craft, ну как значит тут все устроено. Тут есть NPC, вот адмирал какой-то акбаровский. И тут вот Люк Скайуокер, гид есть, пилот. Вот. Пишем команду RTP. Ждем чутка. И появляемся. Появляемся, например, вот в таком отличном просто месте. Тут у нас есть сундуки. Мы их открываем. И тут нам XP встречается. И броня. Обычную робу лучше не брать. Желательно собирать всю броню абсолютно, потому что ее очень выгодно можно продать. На варпе шоп. Вот. И также в этих сундуках могут попасться кредиты. Вот. Вернусь, когда насобираю достаточно всяких шмоток. Ах, да, тут в них в сундуках кредиты попадаются, и еще и деньги. А, еще и энергии-чейки попадаются. Также тут есть такая команда Dust. И тут можно опыт на эссенцию обменять. С помощью этой эссенции можно купить у торговца в варпе казино вроде, или просто в казино, купить кейсы, вот, донатный кейс там можно купить, и там с накидками кейс тоже можно купить, вот. Также на спавне есть телепорты, тут можно телепортироваться на корабль Джабы, на мост Эйсли, дворец Джабы и Катрёкшмуся. И причем совершенно бесплатно. Вот, насобирал я немножечко вещей. Сейчас телепортируемся на варп-шоп и там продадим их. Такой вот достаточно неплохой способ зарабатывать деньги. Подходим к этому узбеку. Заходим сюда. Понятно. Вот. У нас есть вещи. Подходим к нему. И продаем ему все. И вот продал. И у меня теперь уже 14 тысяч. И продал я предметов на 4800. Пойду, наверное, я все же за джедаев. И также есть небольшой шанс, что в сундуках вам попадутся такие вот апгрейды. Они очень полезные. С помощью них можно улучшать какие-либо вещи. Или, допустим, покупать способности. Звук может быть немного другой. Потому что это все из-за микрофона. Микрофон у меня новый. Так что вот. Ну, думаю, вы привыкнете. Еще продаем. И получаем 3000. Отлично. И у нас уже есть 2 апгрейда и 52 железных кредита. Сейчас будет краткий обзор спавна. Вот, значит, вот здесь вот можно открывать кейсы всякие. Вот здесь вот, где я и говорил, тут казино. Тут рей вот есть. И тут можно магическую эссенцию обменивать на ключи всякие. Вот, например, на донат кейс, кейс с накидками, на оружие также. Вот, а также играть в казино. Вот. Вот здесь вот хорома какого-то человека. И тут есть сундук. Вот тут вот, на сзади, вот тут вот сзади, есть PvP-арена задняя. Вот. Вот тут вот у этого мужика можно улучшать вещи.
Вот, можно этот меч до второго уровня улучшить, но на это надо 4 модуля улучшения, потом 12 апгрейдов и 50 тысяч. Этого, конечно, у меня всего нет. У этого, у него квесты. У этого Палпатина, ничего себе, тоже квесты есть всякие. Вот тут вот есть кавказец, который торгует едою. Вот. Так. Ах, да, я выполнил один квест и подхожу к адмиралу Акбару. И тут вот такой квест. 10 сундуков я обыскал. Вот. И получил награду. И аукцион до среды убрали, к сожалению. Так что разбогатеть при помощи моего способа, с помощью еды, не получится, к сожалению.